внимание. Если вам мешает реклама, вы можете закрыть ее, просто нажав на крестик в правом верхнем углу рекламного блока. Запись. На рынке жена мужика продавала. Цена за товар весь народ удивляла. Хозяйка, продашь половину свою? Продам. Я с утра с ним на рынке стою. А много ли просишь, скажи за него? Да где наживешься, вернуть бы свое. Что было сначала, того уже нет. Сносился прилично за столько-то лет. Уж больно твоя половинка толста. Ест на ночь, проклятый, не просто беда. Кормлю одним мясом, у него диабет. Храпит по ночам, уж спасения нет. А что он делать умеет руками? Да помощи мало. Этот парень с усами сидел бы все только за компьютером своим. Да два раза в сутки в интернет заходил. Весь день на базаре жена простояла, и стоимость мужа к обеду упала. И вот тут торговка с соседнего ряда решила помочь ей продать мужа гада. Ну что же ты, милая, вот я смотрю, никак не продашь половину свою. Соня, закрывай. Давай помогу. Свою. И я с тобой постою. А вот продадим ненужность твою. А подходи, честной народ, баба муж продает. Муж продаешь? Чем мужик твой богат? Сама посмотри, не мужчина, а клад. Представь себе, ночь, воры лезут в окно, а он словно пес. Бережет все добро. Да так ли, торговка, сама погляди. Трясутся от страха обе ноги. Ну, хоть не Шварценеггер он, но вежлив с собой. А денег-то сколько приносит домой? А сколько зарплата? Мала, велика? Считать не успеешь. Устанет рука. А как по мужской части этот товар? Не сильно сносился? Наверное, стар. Да что ты, смотри, он и ночью, и днем. Бывало, излазит нас с нею вдвоем. Хоть ростом не вышел, немного смешон, зато в этом деле он в корень пошел. Сомнения берут. Ну-ка, ну-ка, постой. Давай-ка посмотрим, ширинку открой. Это лучше не надо, подаль от греха. Сбегутся все бабы купить мужика. Жена посмотрела на живность свою. Ой, зачем же, милый, тебя продаю? Богатый, красивый и в корень пошел. Да что ж я дурная, что надо еще? Тебя не добра, не продам. И пошли-ка домой. Пошли. Свечки надо зажигать.